Нормально. У тебя два глушака, это более феерично по цене. Почему-то авто не работает. Ну это же бэха. Вообще огонь. И горется с двумя фееричней. Вообще на ней как бы типа ездить нельзя, когда флаж залит, инструкция написана. Не, ну на оборотах-то можно держать. В принципе, это же холостой был практически. Я думаю, тут скоро все в радиусе километра вымрет. Ну коптит зачетно зато. Хотя может быть это и нормально. Они так говорят. Кстати, уже меньше стало. Чем должно быть розами, что ли? Бодяга у меня. меньше не становится. Может, конечно, сразу и не станет. Она даже наоборот больше стала включать.